Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, выгодна ли реструктуризация, стоит ли ее делать. Если у вас складываются такие обстоятельства, что вы не можете выплачивать кредит, то в этом случае, конечно же, не стоит затягивать, а нужно сразу же незамедлительно обращаться в банк, и можно обратиться в банк за такой услугой под названием реструктуризация. Конечно же, если банк одобрит вам реструктуризацию, то это будет намного выгоднее для вас, потому что в будущем вы не будете выплачивать никакие штрафы, никакие пени, неустойки и так далее, не будет каких-то, возможно, судебных разбирательств. И, конечно, с этой стороны это очень выгодное решение. Но не всегда оно выгодно также в плане финансов. То есть, например, банк может вам одобрить реструктуризацию, пойти вам навстречу и пересмотреть условия договора. Но, как правило, что делает банк? Банк просто-напросто уменьшает размер ежемесячного платежа, но в то же время, конечно же, увеличивается количество этих ежемесячных платежей. То есть вы будете выплачивать ваш кредит намного дольше, и таким образом вы переплатите. Вы заплатите намного больше процентов, нежели был предыдущий вариант. Да, конечно же, не будет никаких штрафов, разбирательств, неустоек, но будьте готовы к тому, что вряд ли вам снизят саму процентную ставку. Нет, скорее всего и чаще всего банк просто снижает ежемесячные платежи, но увеличивает их количество. Так что в этом, конечно же, будьте внимательны. И также обратите внимание на то, что вы можете обратиться только в тот банк, где вы и оформляли кредит. То есть обратиться за услугой реструктуризации в какой-то другой банк, к сожалению, у вас не получится. Обращайтесь только в тот банк, и банк уже самостоятельно принимает решение о том, одобрять вам эту услугу, либо нет. Так что, если вы чувствуете, что пришла такая ситуация, что вы не можете погашать кредит, не ждите, когда у вас уже образуются какие-либо задолженности, а сразу в этот же месяц обращайтесь в банк, чтобы в будущем, конечно же, ваша кредитная история не пострадала. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!